Всем привет! Предлагаю вашему вниманию жакет, который я связала регланом сверху с таким глубоким ростком. Жакет получился очень теплый, толстый, потому что пряжа толстая и вязалась толстыми спицами. Жакет на 5 пуговицах и связан он лицевой гладью верхняя часть и платочной вязкой. Снизу и рукава, и снизу жакета, связано платочной вязкой. Я вязала жакет, немного приталивая его к талии, убавляла петли к талии и затем прибавила немного на бедра. Но все это в мастер-классе я показываю. Также я показала подробный расчет ростка. Весь росток я провязала на камеру, поэтому надеюсь, что вопросов не возникнет. Но если возникнут, задавайте в комментариях, я отвечу. Итак, вязала я его из пряжи Ярнард Океан в 100 граммах 180 метров. Состав 20% шерсть и 80% акрил. Здесь шерсти всего 20%, но жакет очень теплый. Акрил, конечно, он тоже создает хорошее тепло. Колор 118. Пряжа мне очень понравилась. Работать очень легко, не расслаивается и вяжется просто. Вязала спицами номер 5,5 и резинку, и основное полотно полностью все вязала спицами 5,5. Теперь скажу по размерам. Размер у меня получился где-то 50-52, потому что вот у меня 50-й размер, он мне свободно. Не в обтяжку, а довольно свободно. То есть подойдет на 52 размер тоже. Значит, длина моего жакета 58 сантиметров. Ширина, по ширине скажу, рукав. Вот так вот я измеряла отсюда до сюда. Где-то 20 сантиметров. И в конце рукав я делала, наверное, это 3/4 будет. 17 сантиметров ширина. Длина рукава 52 сантиметра от планки горловины. Планку не считала, вот 52 сантиметра в длину. Ширина в подмышечной области получилась у меня так, 50, сейчас посмотрю, 54 сантиметра вот здесь ширина. И снизу ширина получилась 57 сантиметров. В общем, довольно широкий. Так, длина регланной линии тоже я мерила без планки горловины. По передней части 26 сантиметров и по спинке 29 сантиметров. Пряжи на жакет у меня ушло 520 граммов. Все, предлагаю вам посмотреть процесс вязания этого жакета. Приятного просмотра! Для того, чтобы сделать расчеты, необходимо связать образец. Я связала образец лицевую гладь и платочную вязку. Саму планочку горловины я буду вязать резинкой, но образец, вернее расчет, я делала по образцу, связанному лицевой гладью и платочной вязкой. Свяжите небольшой образец на несколько петель и высчитайте, в скольки сантиметрах у вас сколько петель. Я сейчас покажу свой расчет. По моему образцу, размеры моего образца, в 12 сантиметрах 18 петель. Я буду рассчитывать, вот я нарисовала начало вязания, это горловина, планка горловины, шириной 50 сантиметров. Вы определяетесь сами, какой ширины вы хотите горловину. Если ближе к шее, то она должна быть меньше. Я хочу, чтобы она немножко подальше от шеи была, то есть 50 сантиметров, как я сказала. Итак, на 50 сантиметров. 18 петель образца я делю на 12 сантиметров
и умножаю на необходимые мне 50 сантиметров. Получилось у меня 75 петель. Я округлила их до ровного числа 76. Теперь из этого количества петель нужно отнять петли регланных линий. Вот наша горловина, и будет 4 регланные линии. 1, 2, 3, 4. На каждую регланную линию я оставляю по 2 петли. Получается, что на регланной линии у меня будет 8 петель. И изначально я буду делать расчет петель на горловину по кругу. И потом уже я скорректирую петли переда под планку. Сначала по кругу, как при круговом вязании. Значит, определились. 8 петель у нас регланные линии. Отнимаю от первоначального количества эти 8 петель реглана. Получается 68 петель. Теперь эти 68 петель мне нужно распределить на спинку, перед и рукава. Для этого я делю 68 петель на 3 части. И получается 23, 23 и 22. Я распределила так. На спинку 23, на перед 23 и на рукава 22. Два рукава, каждый по 11 петель. Перенесем эти петли на схему. Итак, 23 на спинку, 23 на переднюю часть и по 11 рукава. Теперь нужно рассчитать росток для того, чтобы задняя часть была выше, чем передняя. Росток рассчитываю так. Сначала рассчитаю по рукаву. Петли рукавов я разделю на 4 части. Вот 1, 2, 3, 4. Если вы делите петли рукавов на 3 части, то вы отнимаете от рукавов по 3 части. Так как я разделила на 4 части, то мне нужно от рукавов отнять 4 петли. Получается 7 петель. От каждого рукава по 4 петли. То есть то количество петель, которое вы отнимаете, зависит от того, на сколько частей вы разделили рукав. Итак, мы определились, на рукава у нас остается уже по 7 петель. Эти 8 петель по 4 с каждого рукава я прибавляю к передней части. 23 плюс 8 получается 31 на переднюю часть у меня уже. Так как мне петли передней части нужно будет делить пополам, поскольку я буду вязать раздельным вязанием, и должно быть четное количество петель, я от спинки отниму одну петлю, у меня здесь останется 22 петли, и эту одну петлю прибавлю к передней части. Итого на передней части у меня уже 32 петли. Дальше. Сейчас я рассчитала так, как было бы количество петель, если бы я вязала в круг. Теперь нужно определиться с передней частью. По передней части у меня будет идти планка. То есть передняя часть будет разделена на полочки пополам, и здесь будет идти планочка. Я определилась для себя, что ширина моей планки будет 8 петель. Если от середины считать, всего ширина планки 8 петель, значит 4 сюда и 4 сюда. Но учитывая, что планки будет 2 в начале вязания и в конце, одна планка будет находить на другую. Значит, нужна еще одна планка. К петлям переда прибавляю эти 8 петель, и у меня получается 40.
Так как планки будет 2, эти 40 петель нужно разделить пополам. Получается, на каждую планочку у меня по 20 петель. С учетом того, что планка будет по 8 петель, то мы от этих 20 отнимаем 8 и остается 12 петель перед планкой и после планки и по 8 петель на планку. 12, 8 и 8. Итак, что у нас получилось? 22 петли на спинку, 7 по 7 на рукава, 12 и 8 планки на одну полочку, 12 и 8 планки на вторую полочку. Итак, с петлями определились. Теперь нужно рассчитать сам росток. Перенесу это количество петель, которое уже у меня получилось, еще на один эскиз. Так, я нарисовала уже. Это то же самое, только без лишних цифр, чтобы рассчитать росток было удобно. Итак, переношу цифры, конечные, которые у меня получились, на новую схему. Итак, на спинке у меня 22 петли, на рукавах у меня по 7 петель, по 12 перед планкой и после, и по 8 на планку. Теперь нужно распределить, вернее, петли для ростка. Рукав мы уже определились, делим на 4 части. Сначала рассчитаю петли ростка. Ой, рукава. 7 петель на 4 части я разделила так. 2, 2, 2 и 1. На втором рукаве то же самое. 2, 2, 2 и 1. Теперь нужно распределить петли полочек. Если вы хотите, чтобы горловина была близко к шее, то можно разделить на 4-5 частей. Я буду делить на 7 частей эту часть, и восьмая часть у меня будет планка. Итак, делю. На 7 одну планку, и на 7 частей вторую планку. Теперь мне нужно эти 12 петель разделить на 7 частей. Если по петлям рукава счет идет по отношению к спинке от большого к меньшему, от большего, вернее, к меньшему, то есть 2, 2, 2, потом 1. Если бы было, например, другое количество, например, 10, да, то все равно отсюда больше, потом меньше. Со стороны спинки должно быть больше. То петли полочки распределяются наоборот. От меньшего к большему по отношению к началу вязания. Я эти 12 петель распределила так. 1, 1, 1, 2, 2, 2 и 3. Получилось 12. То же самое на второй полочке. 1, 1, 1, 2, 2, 2 и 3. И последняя часть это будет 8 петель в начале и в конце ряда. Все, росток, петли ростка рассчитаны. Вязание начинается в начале ряда. Так, это будет первый ряд лицевой, и начинаем сначала. Провязываю петли планки левой, получается, полочки левой, перед регланной линией и после уже делаю прибавки. Затем провязываю рукав, делаю прибавки,
провязываю спинку, делаю прибавки перед регланной линией и после, и захватываю первую двойку по рукаву. Это первый ряд ростка. Это лицевой ряд. Второй ряд изнаночный, я буду зеленой отмечу. С этой точки мы разворачиваемся, я все это буду показывать, и вяжем изнаночный ряд. В изнаночном ряду у нас петли не прибавляются по регланным линиям, только в лицевом. Значит, изнаночный ряд провязываю изнаночными петлями, все провязываю, провязываю до первой двойки на рукаве. И дальше я буду вязать уже только между маркерами. То есть эти цифры я сейчас перенесу на само вязание маркерами. Я уже не буду каждый ряд рисовать, я думаю, понятно. Все, здесь остановилась, разворачиваюсь на лицевой ряд, опять провязываю, делаю прибавление по регланным линиям, провязываю спинку, делаю прибавление, так как это лицевой ряд, провязываю до следующей двойки, захватываю эти две петли. В изнаночном ряду разворачиваюсь, вяжу изнаночными петлями все. Все вяжу изнаночными петлями, захватываю следующие две петли. И так далее. Отсюда разворачиваюсь еще две петли и вот так буду ходить. Но когда я вяжу, я на эту схему уже не смотрю. Я переношу все эти значения на вязание и вяжу между маркерами. Все это я сейчас буду показывать. Итак, определяемся, сколько для начала нам нужно набрать петель. Посчитаем 22 петли спинки плюс 7,7 рукава, это 14, плюс 20 и 20 планки, это 40. Получается 84 петли. Так как вязание будет идти отдельно и будет начало и конец ряда, то нужны кромочные петли. Если вяжете по одной кромочной, то добавляете 2 петли. Я буду вязать двойную кромочную, то есть в начале и в конце ряда у меня будет по 2 кромочные. Поэтому я прибавляю эти 4 петли, по 2 в начале ряда, и 2 в начале и 2 в конце, всего 4. И получается, что для начала вязания мне нужно набрать 88 петель. Итак, я набрала 88 петель и провязала небольшую планку горловины резинкой 2 на 2. Провязала всего 4 ряда. Провязывала так. 2 кромочные, затем 84 петли резинки и в конце 2 кромочные. Эти 84 петли, так как у меня получилось, что они делятся на 4, для того, чтобы симметрично было начало и конец ряда, я провязывала так. Первую после кромочных петлю лицевой, затем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, до конца ряда 2 изнаночные и 1 лицевая, так же, как в начале. Затем 2 кромочные. Если у вас не делится, то можно начинать с 2 лицевых и заканчивать 2 лицевыми тоже. Итак, провязала 4 ряда резинкой 2 на 2. И 5 ряд я провязала лицевой, просто все петли лицевыми. 6 ряд у меня тоже будут все петли лицевые. То есть 2 ряда я провяжу платочной вязкой. Для того, чтобы планка немножко была отделена от основного вязания. И в этом ряду, это будет последний ряд планки горловины у меня, я распределю сначала петли регланных линий. Итак, по моему расчету 4 регланные линии по 2 петли. Начинаю вязание, как я сказала, с начала ряда и провязываю. Сначала петли планки. Пока что я еще ничего нигде не прибавляю. Это изнаночный ряд, последний ряд горловины.
В начале ряда первую кромочную я снимаю, вторую провязываю лицевой. Это две кромочные. Дальше провязываю все петли лицевыми. По моему расчету у меня до первой регланной линии 20 петель планки. Я их провязываю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И здесь следующие две петли, регланная линия. Я между ними повешу маркер. Одну провяжу, затем маркер и вторая. Вот две петли регланной линии у меня будут разделены так. Дальше идет 7 петель рукава. Провязываю их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова 2 петли регланной линии. Первую провязываю, помещаю маркер, вторую провязываю. Следующие петли – это 22 петли спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. И также 2 петли регланной линии. 1, маркер, 2. Дальше 7 петель второго рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И последняя регланная линия. 1 петля, маркер, 2 петля регланной линии. И остается 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Последние две кромочные. В конце ряда предпоследнюю кромочную я снимаю непровязанную нить перед работой. Последнюю провязываю изнаночной. И так провязываю двойную кромочную в каждом ряду, и в лицевом, и в изнаночном. В начале ряда снимаю, первую снимаю, вторую провязываю лицевой. В конце ряда предпоследнюю снимаю непровязанной нить перед работой, последняя изнаночной. Все, регланные линии отмечены. 4 регланные линии. Лучше их взять другими маркерами, то есть чтобы маркеры отличались, чтобы не путаться. И теперь для того, чтобы распределить мне петли ростка, я беру другие маркеры, чтобы они отличались от этих, чтобы не запутаться. Так, возвращаясь к своему расчету. Распределение маркеров я начну от спинки. Вот у меня спинка, рукава и полочки. От спинки сначала по рукавам отмечу 2, 2, 2 и 1 маркерами. Вот рукав от спинки. Значит, регланные линии не трогаю и отмечаю. Через 2 помещаю маркер. Еще две и одна. Вот, две, две, две и одна.
То же самое со второй стороны. По второму рукаву регланные пропускаю и после них помещаю маркеры через 2 петли, еще 2 петли, 2 и 1. Дальше распределяю петли полочки. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. Вот регланная линия после рукава, между рукавом и полочкой. Регланные линии не трогаем, после них помещаю маркеры. 1, 1 петля, 1, 1, дальше 2, 2, 2 идет, значит, 2 пропускаю, 2, 2 и 3. То же самое по второй полочке. Регланные линии пропускаю и отмечаю. 1 петля, 1, 1. Две, 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 три. Остаются петли планки. Итак, начало ряда у меня сейчас вот здесь, и начинаю провязывать до первой двойки. Теперь уже маркеры у меня все распределены, мне уже схема не нужна, я сейчас довяжу до первой двойки и потом буду вязать между маркерами. Итак, начало ряда. Что касается этих 8 петель планки, по планке у меня будет идти провязываться коса. Для того, чтобы вязание не стянуло, так как коса будет с переплетениями и количество петель для косы нужно больше, я по этой планке в первом ряду прибавлю для косы 3 петли. Делаю это так. Провязываю 2 кромочные, первую снимаю, вторую провязываю лицевой. Следующая петля у меня будет изнаночная. Затем из 6 лицевых мне нужно сделать 9. Коса будет на 9 петель. Провязываю так. Первую провязываю лицевой, затем набрасываю нить на палец и с обратной стороны подхватываю нить и затягиваю ее. То есть добавила 1 петлю. Затем провязываю еще 2 петли лицевой и снова также добавляю петлю. Вторая петля добавила, вторую петлю. Еще 2 петли провязываю лицевыми и добавляю третью петлю. Еще 1 лицевая и последняя петля планки будет тоже изнаночной. Теперь на планке у меня 2 петли кромочных, изнаночная, 9 петель лицевых и 1 изнаночная. И дальше я провязываю до первого маркера на рукаве. Эти петли все провязываю. Пока маркеры так переснимаю и провязываю. Провязываю до первой сначала регланной линии, где буду делать уже прибавления. Это лицевой ряд, значит, здесь будут прибавления по регланным линиям. Провязываю все петли полочки.
дошла я до первой регланной линии. Вот посередине маркер, по краям две петли – это регланная линия. Перед этой регланной линией и после нужно сделать, добавить по одной петле. Добавляю так. Перед регланной линией я подхватываю нить снизу и спереди ввожу спицу, затягиваю на спице, провязываю первую регланную петлю, переснимаю маркер, провязываю вторую регланную петлю. После нее я добавляю петлю следующим образом. Подхватываю нить уже спереди и ввожу спицу сзади. Вот таким образом, чтобы наклон петли был в разные стороны. Дальше провязываю петли рукава. Дошла до следующей регланной линии. Все то же самое. Перед регланной линией я нить, вернее, спицу ввожу спереди, затягиваю петлю, провязываю 2 петли регланной линии и после нее вот так и затягиваю. Дальше провязываю петли спинки все. Двадцать две петли спинки провязываю лицевыми петлями. Спинка провязана, следующая регланная петля, разделяющая спинку и рукав. Перед регланной линией спицу ввожу спереди, затягиваю петлю. Провязываю регланную линию, одна петля, вторая петля. После регланной линии наоборот накидываю петлю. И вот мы пришли к первым петлям ростка. Провязываем эти две петли до маркера. И первый маркер снимаем. После того, как маркер сняли, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И теперь я буду уже вязать только между маркерами. Развернулась. И здесь для того, чтобы не было дырочки, провязывать буду так. Нить у меня перед работой. Я ее завожу назад. И получается, вот сейчас одна петля на спице. Сейчас растяну вот так. Одна петля. Когда я нить перевожу назад, получается две петли. Вот эти две нити. Не две петли, а две нити одной петли. Эти две нити я подхватываю справа налево и снимаю со спицы. Нить остается у меня за работой. И дальше я провязываю это изнаночный ряд, все петли изнаночными. Петлю, которую я набрасывала перед регланной линией, я провязываю, как обычно, справа налево. То есть за переднюю стеночку. Затем провязываю 2 петли регланной линии. А ту петлю, которую набрасывала, вернее, которая была перед регланной линией, я ее провязываю за заднюю стенку. То есть не за переднюю, а за заднюю. Иначе она дважды будет перекручена. Подхватывая нить за заднюю стенку, провязываю ее изнаночной. Оставшиеся петли
тоже вяжу изнаночными. Сейчас еще раз покажу, до следующих прибавлений довяжу. Это я вяжу сейчас петли спинки. Вот следующая петля, которую я набрасывала в предыдущем ряду после регланной линии. Здесь она, соответственно, перед регланной уже линией. Ее я провязываю за переднюю стенку, как обычно я вяжу изнаночные петли. Провязываю 2 петли регланной линии изнаночными. И следующая петля, которая после регланной линии здесь, провязываю за заднюю стенку. Подхватывая ее за заднюю стенку, то есть сзади вперед, и провязываю тоже изнаночной. Теперь мы пришли к следующему первому маркеру. Также провязываем изнаночными, и теперь с этой стороны уже маркер тоже снимаем. Разворачиваемся на лицевую сторону. По лицевой стороне также, чтобы не образовалось отверстие здесь между петлями, петлю я снимаю так. Нить у меня перед работой. Вот я ее держу, вот она перед работой. И я правой спицей подхватываю эту нить снизу и ввожу за переднюю стенку спицу. Повторяю. Значит, вот она, рабочая нить. Завожу спицу под нее и ввожу в петлю следующую. Снимаю и также завожу назад. И получается 2 нити одной петли. Рабочая нить сзади, 2 нити одной петли на спице. Провязываю лицевыми петлями. Регланная линия. Перед регланной линией добавляю петлю, заводя спицу спереди. Провязываю 2 петли регланной линии. И затем накидываю с задней стороны. Еще 2 петли регланной линии добавила. Провязываю петли спинки. Лицевыми, это лицевой ряд. До следующей регланной линии. И снова буду делать прибавления. Вообще по всем регланным линиям, которые встречаются в лицевом ряду, делаем прибавления. В изнаночном просто их провязываем изнаночными. Пока что у нас в работе только 2 регланные линии. Пришла к следующей регланной линии. Перед регланной линией подхватываю нить спереди, провязываю 2 петли реглана и с обратной стороны набрасываю нить на спицу. Провязываю до следующего маркера. 2 петли, которые мы провязали в предыдущем ряду. И я пришла к петле, на которой у меня 2 нити. Эту петлю... Так, вот 2 нити одной петли. Петля, на которой я разворачивалась. В лицевом ряду ее нужно провязать лицевой, также за переднюю стенку, подхватывая... Вовнутрь вот так, за 2 нити
просто также точно лицевой. Провязываю следующие 2 петли до маркера и маркер снимаю. Разворачиваюсь на изнаночную сторону и провязываю до следующего маркера. Точно так же. Рабочая нить у меня перед работой. Я ее завожу за работу. У меня получается 2 нити одной петли. Эти 2 нити я снимаю. Подтягиваю немножко назад. И продолжаю вязание в изнаночном ряду изнаночными петлями. Петлю, наброшенную перед маркером, которую я здесь за переднюю стеночку провязываю, провязываю 2 петли регланной линии и следующую петлю за заднюю стенку. Ее будет видно. Если вы ее провяжете за переднюю, то она дважды перекрутится. Чтобы этого не произошло, и провязываю за заднюю стенку. Вяжу до следующего маркера. Все повторяется. Теперь вязание только между маркерами. Сейчас я провязываю петли спинки. На них маркеров нету, поэтому они просто вяжутся изнаночными. Все петли по лицевым рядам лицевыми, по изнаночной изнаночными, то есть изнаночная гладь. Ой, лицевая гладь по лицу. Провязываю петли спинки. Перед регланной линией провязываю петлю за переднюю стенку. Провязываю регланную линию. И после регланной линии добавленную петлю провязываю за заднюю стенку. Довязываю петли до следующего маркера. Теперь вот петля, на которой я разворачивалась в предыдущем ряду, переходя на следующий ряд. Вот здесь тоже 2 петли. Их провязываю изнаночной петлей, тоже вводя спицу под 2 нити, провязываю изнаночную петлю. Провязываю еще 2 петли до следующего маркера. Маркер снимаю. Разворачиваюсь. На лицевой стороне точно так же. Ввожу спицу под рабочую нить и вовнутрь первой петли. Снимаю и завожу рабочую нить, подтягивая за работой, чтобы образовалось 2 нити одной петли. Подтянула, продолжаю петли вязать лицевыми, так как это лицевой ряд. Довязываю до петель регланной линии, перед регланной линией добавляю петлю, провязываю 2 петли регланной линии, после регланной линии добавляю петлю. Провязываю петли спинки. То есть здесь все повторяется. Так как первый и второй ряд я показала, они повторяются до конца ростка. Здесь не нужно уже, не нужны расчеты, если вы поместили полностью маркеры по расчетам. Просто сидите, вяжите между маркерами. Провязываю петли спинки. Дошла до регланной линии, не дошла еще, дошла до регланной линии. Перед регланной линией делаю, добавляю петлю, провязываю регланную линию и после регланной линии добавляю петлю. Провязываю петли до следующего маркера.
петля, на которой две нити, на которой мы разворачивались, также провязываю лицевой. И провязываю следующие две петли до следующего маркера. Маркер снимаю. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Все то же самое. Нить перед работой. Завожу ее за работу. Образовалось две нити одной петли. Подхватываю их. Снимаю. Подтягиваю нить назад и продолжаю вязание изнаночными петлями. Петлю после регланной линии провязываю за заднюю стенку. Провязываю все петли спинки. Довязала до регланной линии. После регланной линии за заднюю стенку. Провязываю петли до следующего маркера. Петлю, на которой две нити, тоже провязываю изнаночной. И провязываю следующие две петли. Маркер снимаю, разворачиваю вязание на лицевую сторону. На лицевой стороне подхватываю, вернее, завожу нить под рабочую нить и в петлю, снимаю их и подтягиваю нить назад. Образовалось две нити одной петли. Продолжаю вязание лицевыми петлями. Перед регланной линией добавляю петлю, провязываю 2 петли регланной линии, добавляю после регланной линии петлю, провязываю петли спинки до следующей регланной линии. Перед регланной линией добавляю петлю, провязываю регланную линию и после нее добавляю петлю. Продолжаю вязание до следующего маркера. Двойную петлю провязываю, и после нее последняя петля рукава уже одна, она у нас по расчету была. Снимаем маркер, вязание разворачиваем. На изнаночной стороне нить перед работой завожу за работу, чтобы образовалось две нити. Подхватываю эти две нити, снимаю, подтягиваю нить. Продолжаю вязание изнаночными петлями. Провязываю ряд изнаночными петлями до регланной линии. Провязываю петли регланной линии. После регланной линии не забываю провязывать за заднюю стенку. И иду к следующему маркеру.
пришла к петле с двумя нитями, провязываю ее тоже изнаночной, и также осталась одна петля рукава. Провязываю ее, маркер снимаю, разворачиваюсь. Все петли ростка по рукавам связаны. Теперь дальше я провязываю до следующего маркера, и здесь в работу уже вступает еще две регланные линии. Итак, это лицевой ряд. Я развернулась, подхватываю нить под рабочую нить и петлю, подтягиваю ее назад, две нити одной петли на спице, и продолжаю вязание точно так же, провязывая все лицевыми петлями. Прибавляя перед регланной линией и после. Провязываю петли спинки. Набрасываю петлю перед регланной линией. После регланной линии и провязываю все петли рукава до следующей регланной линии. Здесь уже маркеров у нас нету. Провязываю все петли двойную петлю тоже и пришла я к третьей регланной линии. Теперь перед ней и после нее точно так же нужно делать добавление. Перед регланной линией провязываю 2 петли регланной линии и после нее набрасываю нить. И теперь будем уже провязывать петли по полочке. 3 раза по 1, 3 раза по 2 и 3. Значит, первая петля. Одна провязала, маркер сняла. Все то же самое. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Нить завожу назад. Две образовавшиеся нити снимаю. Рабочую нить подтягиваю назад. И продолжаю вязание изнаночными петлями. После регланной линии точно так же наброшенную петлю провязываю за заднюю стенку. Провязываю изнаночными петлями петли рукава, спинки и второго рукава. Вот здесь подключусь. После регланной линии наброшенную петлю за заднюю стенку. Здесь у нас были уже две петли добавлены в первом ряду. Когда я только начинала вязание, вот в первом ряду я сделала, уже добавила петли. И теперь, когда я сейчас провязала лицевой ряд и перешла на первую петлю, вот здесь добавила петли, таким образом количество петель у нас сравнялось. И теперь с этой стороны тоже захватываем первую петлю полочки, маркер снимаем, вязание разворачиваем. Это лицевая сторона. Подхватываю нить и петлю. Подтягиваю нить, чтобы получилось две нити. И продолжаю вязание. Перед регланной линией делаю прибавку. Провязываю
регланную линию, после нее прибавка. И также точно довязываю, провязываю петли рукава на регланной линии, делаю прибавки, провяжу петли спинки на регланной линии, сделаю прибавки, и провяжу петли рукава на регланной линии, сделаю прибавки. Итак, последняя регланная линия перед полочкой. Делаю прибавки перед регланной линией и после. Провязываю петли. Здесь одна идет, потом идет та, в которой две нити, провязываю лицевой. И еще одна до маркера. Маркер снимаю, разворачиваюсь на изнаночную сторону. Рабочую нить завожу назад. Две образовавшиеся нити снимаю на спицу, нить подтягиваю. Продолжаю вязание изнаночного ряда, провязывая все петли изнаночными. После регланной линии петлю провязываю за заднюю стенку. Все остальные за переднюю. Провяжу все петли до последнего маркера перед полочкой. Так, провязала последний маркер. Провязываю двойную петлю, которая разворачивалась в предыдущем ряду. И еще одну петлю до маркера. Маркер снимаю. Разворачиваюсь на лицевую сторону. Ввожу нить под рабочую нить и в петлю. Снимаю и подтягиваю. Две нити образовалось. Продолжаю вязание лицевыми петлями, делая прибавки до регланной линии и после. Провязываю этот ряд, делаю прибавки на этой регланной линии, провязываю спинку, делаю прибавки на регланной линии, провязываю рукав, делаю прибавки на регланной линии между рукавом и полочкой. Провязываю петли до следующего маркера. Двойная петля. И еще одна петля. Маркер снимаю. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Нить завожу за работу. Две нити образовавшиеся снимаю и подтягиваю. Провязываю ряд изнаночными петлями. Теперь уже по всем регланным линиям делаются прибавления. После регланной линии не забываем провязывать петлю за заднюю стенку. Сейчас провяжу изнаночный ряд до последнего маркера перед полочкой. Провязываю петли до следующего маркера. Двойная петля и еще одна петля перед маркером. Маркер снимаю, разворачиваю вязание на лицевую сторону. Подхватываю рабочую нить и петлю со спицы, подтягиваю нить назад. Провязываю лицевой ряд. В лицевом ряду все петли лицевые. Перед каждой регланной линией
И после нее добавляю петли. Провязываю весь ряд до последнего маркера. Последняя регланная линия перед полочкой. Добавляем петли, вяжем к следующему маркеру. Двойная петля. Теперь уже единицы мы уже сняли. Теперь провязали, вернее, уже две петли перед маркером. Так. Маркер снимаю. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Рабочую нить завожу назад. Две образовавшиеся нити снимаю. Ниточку подтягиваю. Продолжаю вязание изнаночного ряда изнаночными петлями. Провязываю все петли изнаночными. После регланной линии петлю изнаночную провязываю за заднюю стенку. И так на каждой регланной линии. Провяжу рукав, спинку, второй рукав. На последней регланной линии подключусь. Так, провязываю четвертую регланную линию. И иду к следующему маркеру. Двойная петля. И следующие две петли. Маркер снимаю. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. Подхватываю рабочую нить и петлю. Снимаю. И подтягиваю. Провязываю лицевой ряд. В лицевом ряду во всех четырех регланных линиях перед регланной линией добавляю петлю. Провязываю регланную линию и после нее добавляю петлю. Провяжу этот лицевой ряд до последней регланной линии. Так, четвертая регланная линия. Довязываю до маркера. Двойная петля. И еще две петли. Маркер снимаю, разворачиваюсь. Рабочую нить перевожу назад. Две нити одной петли снимаю, подтягиваю. Продолжаю вязание изнаночными петлями. Провязываю этот ряд до конца весь изнаночными петлями. Довязала до последней регланной линии. Провязываю петли до следующего маркера. Двойная петля и еще две. Маркер снимаю,
разворачиваю вязание на лицевую сторону, подхватываю рабочую нить и петлю, снимаю, нить подтягиваю, провязываю лицевой ряд. В лицевом ряду по краям регланной линии делаю прибавление. Перед регланной линией и после. Провяжу этот ряд до последней регланной линии. Последняя регланная линия. Петли полочки провязываю до следующего маркера. Уже осталось по два маркера с каждой стороны. Двойная петля. Еще две петли. Маркер снимаю. Разворачиваюсь. Рабочую нить перевожу назад. Две нити, образовавшиеся, снимаю. Нить подтягиваю назад. Провязываю изнаночный ряд. Провязываю все петли до последней регланной линии. Довязала до последней регланной линии. Петли полочки провязываю до следующего маркера. Двойная петля, еще две, один, два, маркер снимаю, разворачиваюсь на лицевую сторону, снимаю петлю, подтягиваю нить назад. Провязываю ряд лицевыми петлями до следующего маркера. Уже по одному маркеру осталось. В этом ряду также на каждой регланной линии, перед регланной линией и после добавляю петли на всех четырех регланных линиях. Последняя регланная линия перед полочкой. Петли полочки довязываю до последнего уже маркера. С этой стороны и с этой осталось по одному маркеру. В начале ряда и в конце. Двойная петля, и после нее уже последние три петли, как было по расчету, 1, 2, 3. Снимаю последний маркер, и у меня остались петли планки. Я здесь тоже помещу маркер. Ну, сейчас я его перенесу на левую уже спицу, чтобы отделить петли планки. Разворачиваюсь на изнаночную сторону,
рабочую нить завожу назад, две образовавшиеся нити снимаю, нить подтягиваю и продолжаю вязание этого ряда изнаночными петлями. Так, четвертая регланная линия, провязываю петли полочки до последнего маркера. И уже на спицах у меня остаются маркеры, только на регланных линиях останутся. На регланных линиях и отделяющие планку полочек. Так, двойная петля и последние три петли. 1, 2, 3. Все, последний маркер снимаю и тоже отмечаю петли планки маркером. Маркер взяла другого цвета, чтобы не путаться. Голубые у меня по регланным линиям и розовые на полочках. Разворачиваю вязание и точно так же подхватываю рабочую нить и петлю, снимаю, подтягиваю, чтобы две образовалось петли, и провязываю этот ряд лицевой точно так же, как все ряды лицевые, прибавляя по всем четырем регланным линиям до регланной линии и после по одной петле. И этот ряд я буду вязать уже до конца, то есть захватывая и петли планки. В начале вязания я первый ряд здесь уже провязала первую планку в начале ряда, а в конце ряда планка еще не провязанная. Вот сейчас как раз в этом ряду все сравняется. И здесь будет одинаковое количество рядов провязано. Итак, я этот ряд сейчас довяжу до последней, наверное, регланной линии и подключусь. Прибавляю по регланным линиям петли. Так, последняя регланная линия. Провязываю петли планки. Петли полочки, извиняюсь. До планки. На полочке. Последняя петля здесь двойная у меня, на которой я разворачивалась. Провязываю ее. И осталось провязать петли планки полочки. Здесь сейчас у меня еще 8 петель. А в начале ряда на этой планке я уже 3 петли добавила. Поэтому сейчас здесь мне нужно также добавить 3 петли. Первую петлю провязываю изнаночной. Затем провязываю одну лицевой. Добавляю петлю. Провязываю 2 лицевых. Добавляю вторую петлю. Провязываю еще 2 лицевых и добавляю третью петлю. 1 лицевая, 1 изнаночная. Двойная кромочная – это в конце ряда. Предпоследнюю петлю снимаю непровязанную нить перед работой, последняя – изнаночная. Вязание разворачиваю и провязываю еще один ряд. Изнаночный здесь, с этой стороны ряда, осталась одна двойная петля непровязанная, на которой я сейчас последний раз разворачивалась. Итак, провязываю весь ряд по узору. Здесь в планке в изнаночном ряду вяжется первую снимаю, вторую провязываю лицевой, это двойная кромочная, затем 1 лицевая, 9 изнаночных петель,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одна лицевая. Это теперь планка. Изнаночная 9. Ой, лицевая 9, изнаночных лицевая. По лицевой стороне изнаночная 9, лицевых изнаночная. Дальше провяжу этот ряд изнаночными петлями до последней планки. Вернее, до планки в конце ряда. Так, в конце изнаночного ряда осталась одна двойная петля. И петли планки полочки. Их провязываю так же, как в начале ряда. Одна лицевая, 9 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одна лицевая. В конце ряда предпоследнюю петлю снимаю непровязанную нить перед работой, последняя изнаночная. Все, на этом вязание ростка закончено. И уже вот такая большая разница в высоте спинки, рукава и полочки. Итого у меня провязано по планке горловины 6 рядов, это 4 ряда резинки и 2 платочной вязки и 24 ряда лицевой глади. То есть росток составил 24 ряда. И дальше я буду вязать кокетку до необходимой мне ширины по спинке и полочкам, и по рукавам, примеряя на себя. И при вязании кокетки я буду провязывать все лицевые ряды лицевыми, прибавляя так же, как я сейчас показывала, перед регланной линией и после регланной линии по одной петле в лицевых рядах, а в изнаночных их провязывая изнаночными. И по планке на полочке я буду вывязывать косу на 9 петель. Значит так, 24, как я сказала, ряда у меня провязано лицевой глади. И в 25 ряду я уже буду делать первое перекрещивание. Для перекрещивания петель я буду использовать дополнительную спицу для кос. И сейчас я покажу, как вязать косу, а остальное я сказала уже как. Итак, в начале ряда двойная кромочная, первую снимаю, вторую провязываю лицевой. Следующая петля изнаночная и 9 петель лицевых. Из них первое перекрещивание я буду делать с наклоном влево. 3 петли снимаю перед работой, оставляю их. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. Снятые петли с дополнительной спицы возвращаю на левую спицу. И тоже провязываю их лицевыми. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. Затем 1 изнаночная. Все это планка. И дальше все провязываю, как я сказала, все лицевыми петлями в лицевом ряду. И прибавляя петли по регланным линиям. Довяжу этот ряд до конца, до планки на полочке. И в конце ряда точно так же сделаю
перекрещивание петель. Одна изнаночная. Первые три петли снимаю, оставляю их перед работой. Следующие три петли провязываю лицевыми. Снятые петли с дополнительной спицы возвращаю на левую спицу, провязываю лицевыми. 1, 2, 3. И еще три петли лицевые. Одна изнаночная. Предпоследнюю петлю снимаю не провязанной, последнюю изнаночной. В изнаночном ряду петли планки провязываю по узору. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой. Дальше лицевая 9 изнаночных. Одна лицевая. И дальше до следующей планки все петли лицевые. А по второй планке точно так же. Лицевая 9, изнаночных лицевая. Это 26 ряд. Так, 27 ряд. В этом ряду я перекрещивание в планке, в косе делать не буду. То есть перекрещивание в косе я буду делать через один лицевой ряд. В прошлом лицевом ряду было перекрещивание, этот ряд провязываю без перекрещиваний. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой, это двойная кромочная, и провязываю все петли по узору. Одна изнаночная, 9 лицевых, 1 изнаночная. Дальше вяжу лицевые петли, прибавляя по регланным линиям петли. И в конце ряда планку провязываю точно так же. Изнаночная, 9 лицевых, изнаночная. 29 ряд изнаночный, все петли по узору. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой. 1 лицевая, 9 изнаночных, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 лицевая. Петли между планками все изнаночные. Последнюю планку, вернее, в конце ряда планку точно так же провязываю. Лицевая 9, изнаночных лицевая. В 29 ряду я снова буду делать перекрещивание, но теперь уже в конце 9 петель. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, двойная кромочная. И провязываю так, 1 изнаночная, первые 3 провязываю лицевыми, следующие 3 снимаю за работой, нить перед работой, на дополнительную спицу снимаю, оставляю их за работой, следующие 3 петли провязываю лицевыми. Возвращаю снятые петли на левую спицу и провязываю их лицевыми. 1, 2, 3. 1 изнаночная. То есть перекрестила петли с наклоном влево. Дальше провязываю ряд лицевыми петлями в лицевом ряду. По регланным линиям добавляю петли. В конце ряда на второй планке то же самое повторяем. 1 изнаночная. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. Следующие 3 снимаю на дополнительную спицу за работой. Оставляю их. Провязываю 3 лицевые. Возвращаю снятые петли на левую спицу и провязываю их лицевыми. 1, 2,
3. Одна изнаночная, предпоследнюю петлю в конце ряда снимаю, не провязанная нить перед работой, последняя изнаночная. В 30 ряду петли в планке провязываю по узору. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, кромочные. Дальше 1 лицевая, 9 изнаночных. Шесть, семь, восемь, девять, 1 лицевая. Остальные петли провязываю изнаночными до конца ряда. В конце ряда точно так же на второй планке лицевая, 9 изнаночных, лицевая, 2 кромочные. Все, и так эти перекрещивания будут повторяться. В 25 ряду я перекрестила петли с наклоном влево. В 27 ряду провязывала без перекрещиваний. В 29 перекрестила петли с наклоном вправо. И эти два перекрещивания будут повторяться через лицевой ряд. Сейчас у меня 29 ряд, 30 ряд. Вернее, это 30 ряд. 30 ряд по узору провязала. 31 лицевой ряд также по планке вяжется изнаночная, 9 лицевых, изнаночная. В 32 ряду лицевая, 9 изнаночных, лицевая. То есть так же, как 27 и 28 ряд провязываются 31 и 32. И дальше я буду вязать, повторяя с 25 по 32 ряд, на необходимую высоту кокетки. Провяжу и скажу, сколько рядов я провязала. Итак, я провязала кокетку на необходимую мне высоту и достигла уже необходимой мне ширины. Итак, по спинке сейчас у меня ширина составляет 48 сантиметров. Мне этого достаточно, я еще буду делать подрезы. Подрезы сделаю по 6 сантиметров с каждой стороны. По моему образцу в 6 сантиметрах 9 петель. Поэтому на подрезы я добавлю с каждой стороны по 9 петель. И сейчас я уже буду снимать петли рукавов и соединять спинку с полочками. Всего я провязала после планки горловины вместе с планками ростка 52 ряда. И в лицевом ряду, в следующем, начинаю соединять полочки со спинкой. Я начну отсчет рядов с первого ряда. То есть 52 запомнили. И дальше я буду уже с подрезами с первого ряда считать. Первый ряд провязываю сначала полочку. В предыдущем ряду лицевом я делала перекрещивание петель, поэтому в этом ряду у меня перекрещивания не будет. Провязываю планку, первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой. Планка изнаночная, 9 лицевых. Одна изнаночная. Дальше провязываю петли полочки до маркера. Уже ничего не прибавляю перед регланной линией. Провязываю первую петлю регланной линии и маркер уже убираю. Дальше у меня петли рукава. Петли рукава я пока сниму, они пока в работе участвовать не будут. Сниму их на дополнительную нить. Я взяла нить Lana Gold классическую и провяжу так. Где-то 3 петли цепочки провяжу.
И дальше петли рукава я буду провязывать столбиком без накида и снимать. То есть ввожу крючок в петлю, вытягиваю нить, снимаю петлю и провязываю нить через две. И так с каждой петлей. Ввожу крючок, вытягиваю нить, снимаю петлю, протягиваю через две петли. То есть провязываю столбики без накида, одновременно снимая петли рукава. Можно снять на дополнительную спицу или на булавку, но для того, чтобы было удобно потом на себя примерять, я обычно использую такой способ. Дохожу до маркера, который разделяет рукав и спинку. И тоже его убираю. Дальше я в конце еще 2-3 петли цепочки провязываю и нить обрезаю. Все, петли рукава сняты. Теперь продолжаю вязать петли спинки. Но между петлями полочки и спинки добавлю петли подреза. Как я сказала, у меня их будет 9. Я добавлю также набрасыванием петли. Так как я добавляла петли после регланных линий. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пропустив петли рукава, продолжаю вязать петли спинки. Провязываю петли спинки до регланной линии, разделяющей спинку со вторым рукавом. Довязала. Маркер убираю. Дальше следуют петли рукава. Их точно так же буду снимать на дополнительную нить. Несколько петель провязала и снимаю. Довязала до маркера и последний маркер убрала. Теперь также на правую спицу накидываю 9 петель второго подреза. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пропуская петли рукава,
который я уже сняла, провязываю полочку. Вторую планку провязываю, изнаночная, 9 лицевых. Изнаночная. Предпоследнюю снимаю, последняя изнаночная. Второй ряд. Петли планки по узору, все остальные петли, которые на спицах, изнаночными. Сейчас я довяжу до тех петель, которые я набирала по подрезу, и покажу. Так, я провязала петли полочки до подреза. И эти петли точно так же провязываю изнаночными. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И провязываю петли спинки. Довязала до второго подреза и точно так же эти 9 петель провязываю изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. И провязываю петли полочки второй. Итак, я соединила полочки со спинкой. Рукава теперь пока в работе участвовать не будут, и я буду провязывать только спинку и полочки, продолжая вывязывать косу по планкам полочки. Итак, я провязала несколько рядов лицевой гладью и при этом немножко приталила. Всего я провязала 32 ряда, начиная от соединения спинки с полочками. И теперь дальше буду уже вязать платочной вязкой. Как вязала? Значит, вязала спинку с полочками и на месте подреза выделила среднюю петлю и делала убавки. Маркер поместила так. 9 петель у меня подрез. Со стороны спинки я оставила 4 петли и со стороны полочки 5 петель. И вот между ними поместила маркер. Убавляла так. За одну петлю до маркера 2 петли вместе с наклоном влево к маркеру, то есть. И через одну петлю после маркера 2 петли вместе с наклоном вправо, тоже к маркеру, то есть вовнутрь, вот так. Таких убавок я сделала 4 раза, по 2 петли с каждой стороны. С этой стороны подреза и со второй стороны. Убавляла в следующих рядах. В 5-м ряду, в 9-м, в
15 и в 21. И дальше уже вязала без убавок. Сейчас я перейду на платочную вязку, и в платочной вязке на бедра я буду делать прибавления, также точно по краям маркера. При переходе на платочную вязку в косе нужно убавить по 3 петли. В начале вязания я их прибавила после планки горловины, и теперь при переходе на платочную вязку я их убавлю. Итак, первый ряд платочной вязки. Первую петлю снимаю, вторую кромочную провязываю лицевой, изнаночная. Дальше 9 петель лицевых, на которые вязалась коса. Из них нужно сделать 6. Первые 3 петли провязываю лицевой. 1, 2, 3. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую. Один раз убавила. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раз убавила. И следующие 2 петли также вместе лицевой с наклоном вправо. Все, 3 петли убавила. Изнаночная. Дальше маркер уже можно убрать. Во всех остальных рядах все петли я буду вязать лицевыми. Также точно со второй стороны нужно убавить на второй планке 3 петли. Сейчас покажу еще раз. На второй планке изнаночная. 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 петли вместе с наклоном вправо, 1 изнаночная, предпоследняя кромочная снимаю не провязанной, последняя изнаночная. И здесь еще такой момент. У меня последнее перекрещивание в косе получилось с наклоном влево. Если у вас другое количество рядов и у вас последнее перекрещивание было с наклоном вправо, то здесь петли нужно убавить, более красиво будет выглядеть в зеркальном отражении. То есть первые 2 петли вместе с наклоном влево, вторые 2 петли также вместе с наклоном влево, третьи 2 петли вместе с наклоном вправо и в конце ряда просто 3 лицевые. Все. И со второго ряда платочной вязки я уже буду все петли провязывать лицевыми, а двойную кромочную я буду продолжать с каждой стороны вывязывать. То есть в начале ряда первую снимаю, вторую провязываю лицевой, а дальше все петли лицевые. А в конце ряда предпоследнюю снимаю нить перед работой, не провязанной, последняя изнаночная, то есть двойная кромочная петля. Между ними все петли лицевые. Я сейчас провяжу какое-то количество рядов, одновременно делая прибавление по боковым частям и скажу, сколько рядов я провязала и в каких рядах я делала прибавление. Итак, я провязала жакет на необходимую мне длину. Всего платочной вязки я провязала 50 рядов. И несколько рядов прибавляла по линии, где здесь к линии талии убавляла, на бедра прибавляла. Итак, я начала считать платочную вязку с первого ряда, и, как я сказала, провязала 50 рядов. А прибавки я делала в 5, в 13 и 21. 3 раза сделала прибавки. Дальше вязала уже просто по прямой. Прибавляла так же, как убавляла. Здесь у меня был маркер помещен в центре, и за одну петлю до маркера
прибавляла петлю и за одну петлю после маркера, то есть по две петли по краям маркера, прибавляла точно так же, как по линии реглана, набрасывая ниточку на спицу. Все. После этого петли закрыла. Петли закрывала обычным способом. Петлю провязывала лицевой и протягивала через предыдущую. То есть обычно. Можно просто по две вместе провязывать лицевой и возвращать ее на спицу. После этого я связала один рукав. И сейчас на втором рукаве покажу, как я его вязала. Рукав я связала укороченный. Также сначала лицевой гладью вязала, затем перешла на платочную вязку. И тоже несколько убавок делала. Сейчас на примере второго рукава я покажу, как я его вязала, и скажу, сколько рядов провязала и сколько убавок. Сначала нужно вернуть эти петли на спицу, которую мы снимали. Петли сначала надену на спицу, а потом уже распущу эту цепочку. Здесь видно столбик без накида, который мы провязаны, находится внутри петли. То есть вот она петля. Вот петля, вот петля. Внутри ее идет провязанный столбик. За одну из стеночек подхватываю петлю и оставляю на спице. Затем следующую также подхватываю и на спице. И таким образом поднимаю все петли. После того, как все петли подняла, можно распустить цепочку. Просто распускаю так же, как вязала ее. Все. Сейчас у меня на спицах 55 петель. По подрезу я набирала 9 петель, но для рукава я оставлю только 7 из них. То есть 2 крайние петли я провяжу вместе с теми, которые уже есть на спицах. Отмечаю среднюю петлю из 9. Присоединяю нить рабочую и начинаю набирать петли с этой петли. Первая. Из следующей петли. Вторая. Из следующей. Третья. Четвертое и пятое. Здесь 5, а в конце ряда здесь будет 4 уже, то что 9 петель было набрано. Дальше буду вязать по кругу способом Magic Loop. И теперь я первую петлю из набранных на рукаве провязываю и протягиваю. То есть одну петлю я сокращаю. Дальше провязываю все петли, которые находятся на спице до конца ряда. И в конце ряда также из кромочных, из петель подреза набираю петли. 4 петли.
Первую набираю и тоже сокращаю. Протягиваю ее через предыдущую, чтобы осталось 7 петель от подреза. Из следующей петли вторую, следующей третью и четвертую. Все, все петли набраны. Дальше я буду провязывать просто по кругу. Сначала лицевой гладью, потом перейду на платочную вязку, так же, как вязала первый рукав. При этом по рукаву сделаю несколько убавок. Сейчас я второй ряд провяжу. Начиная с третьего ряда, я начала делать убавки и покажу, как я их делала. Второй просто без убавок провязываю лицевыми петлями. А в третьем убавлю 2 петли. Так, я провязала второй ряд все петли. Сейчас у меня уже 62 петли на спицах. Это 55 петель, которые я набирала по рукаву, и 7 с подреза. 62 петли. В этом, в третьем ряду, я убавлю 2 петли. В начале ряда первую петлю провязываю. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стенку. Все оставшиеся петли провязываю просто лицевыми до конца ряда, до оставшихся 3 петель. В конце ряда, когда осталось 3 петли, 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую. И последнюю петлю просто провязываю лицевой. И так я буду убавлять еще 6 раз. Сейчас скажу, в каких рядах я убавляла. В общем, убавки делаются за одну петлю до последней и после первой петли. Все время с наклоном к шву. Вернее, к тому месту, где был бы шов, если бы вязали раздельно, а не по кругу. Итак, убавляла я петли в третьем. Сейчас вот убавила. Затем дальше в девятом, в пятнадцатом, в 21-м, в 27-м, в 33-м и в 39-м рядах. То есть я сделала 7 раз убавление по 2 петли в каждом ряду и убавила таким образом 14 петель. А дальше оставшиеся 48 петель вязала уже без убавлений. Сейчас я буду провязывать рукав точно так же, как вязала первый. И всего провяжу лицевой гладью с 1 по 27 ряд, с 28 по 70 ряд провяжу платочной вязкой. То есть вот с 1 по 27 лицевая гладь, 28 я провязала уже изнаночными петлями. Так как я вяжу по кругу, то платочная вязка провязывается один ряд изнаночными петлями, один ряд лицевыми. То есть лицевыми я провязывала нечетные ряды, а четные все провязывала изнаночными петлями. Провяжу столько же рядов и закрою петли. Петли закрывала точно так же, как по низу жакета. То есть петлю провязывала лицевой и протягивала через предыдущую. Я довязала рукав, и на этом вязание жакета закончено. Здесь швов нет, поэтому жакет уже сразу готов. После этого я его постирала. Постирала в стиральной машине на 30 градусов. Петли расправились. Очень мягкий стал. И пришила пуговицы. Я пришила 5 пуговиц. 4 из них я пришила на левую планку. И 5-ю на планочку горловины.
потому что я петлю здесь не делала. Если вы хотите, чтобы эта пуговица тоже была на левой планке, то первоначально, в начале вязания, нужно здесь сделать петлю тогда. Я сделала так. Просто пришила на правую планку эту пуговицу, а с этой стороны пришила кнопку. Остальные пуговицы я пришила на левую планку и использовала в качестве застежки переплетение в косе. Также я пришила по две пуговицы на рукава. Со смещением немножко, вот как идет половина рукава, серединка. И вот так. Немножко со смещением к передней части. Все, на этом вязание жакета закончено. Если вам понравилось и вы хотите связать его тоже, предлагаю связать его со мной. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых видео.